Вечерочек, ты на канале Gante Games, где мы с тобой играем в разные игры. Сейчас на повестке дня у нас игра Lock It Up, либо как переводит ее Яндекс, в заперти, или запертый, что-то в этом роде. Я предлагаю начать с выбора уровней, потому что там есть демка. Чтобы ты понимал, демка подразумевает в этой игре какой-то отдельный сюжет, которого нету в самой игре как таковой. Что у нас тут есть? Левая маус Interact, middle маус Focus. Что за фокус? Что, фокусник? А, ну это сфокусировать зрение, я понял. Фонарик, камера. Слушай, музыка-то классная. Я не могу сфокусироваться, не нажимается. У меня ничего тут нету больше. Музыка кайфовая, слушай. Она мне напоминает... Закрыто. Она мне напоминает фильм «Оно», но не с клоуном, а с другой штукой. Начало будет начинаться. Так. Это что? О, прикол. Вытекло на нее. Не надо. О, приближаю. О, я нашел, приближаю. Вот, фок. Итак, смотри, тут 11 уровней всего. И вот как раз демо-уровень. Давай вот его пройдем. Потому что, я говорю, там отдельный сюжет. И довольно-таки интересно его посмотреть. 13 августа 1987 года. Так вот, а вот это «Оно», что я тебе сказал, это там половым путем, короче, какое-то проклятие передавалось. Ну, вообще, мне очень понравилось. Посмотри, я тут сейчас покажу тебе постер. Вот он. Собственно. О, комната. Нам тут что-то расскажут или нет? А, подожди. Заставку забыл. Жди. Так, что мы тут имеем? Двери закрыты. Не жмутся фотографии. А какая-то коробка. Вот. А по поводу демо-версии. Что это? Кто-то смеется. Так, это... А, нет, возьми. Взять. Это ключ. Ключ от двери. От какой, непонятно, но ключ красивый. Берем. Если красивый ключ, то мы его берем. Нам тут что-то покажут. Я могу приседать тут, если что. Но ничего не показывают. Ты очень громко шумишь. По поводу демо-версии. В Steam она, короче, не скачивалась. Я просто когда узнал, решил посмотреть. И я ее потом нашел на официальном сайте. Она на английском языке вся. А тут видишь, тут есть как бы русский язык. И тут вот просто лежала газета вместо коробки, которую можно было прочитать. Там что-то было написано, типа про сюжет. Дверь открылась? Открылась. И там... Это все различия, что я увидел. А что так темно? А, вот у нас свет. Отлично, хорошо. Свадьба Билла и Матильды. А, тут подписано. А. Как громко ты включаешь зажигалку. Так, это что, успокоительное? Это что? Ну, понятно, рисуночки. Хорошо. Часики возьмутся? Часики не возьмутся. Ну и все закрыто. А что мне делать? Так вот, это почти все различие, что я увидел между демкой отдельной и демкой в этой вот в самой игре. Подожди, у меня же есть какой-то ключ. Нет? У меня же был какой-то ключ. Или что делать? Прикол. Вот тебе вся демка, это все? Я думал, будет сюжет. Подожди, что за хуйня? Что делать? Я что-то могу взять, что-то должен взять.
А, ну это наша свадьба. Это вот какая-то семья, да? Это вот их свадьба, наверное. Вот мы сейчас за кого-то из них играем или что? А, стол, подожди. Все закрыто? Почему все закрыто? Дайте хоть что-нибудь. Ни мячик, ни кукла, ничего не берет. В окне ничего не вижу. Может, что-то на картинах есть? Чай пить нельзя, чай не наливают. Тележка не катится. Внутрь тележки не заглянешь. Фотографии не жмутся. Дверь не открывается. Инвентаря нет. То есть ключ мы взяли, мы использовали. Что за прикол? Тут просто будет музыка сейчас играть. Что, все? Ну нет. Этот друг тоже не жмется. Нажмись. Эта штука вообще вся не жмется. Что за прикол? Где тут подсказки? Куда нажать, чтобы была подсказка? Что это? О! И что это? Мужчина с ребенком. Теперь мне откроется дверь? На часик я нажать не могу. Это тоже не открывается штука. А шумит сильно телевизор. Чудеса. Я вот могу сфокусироваться, но это без толку, блядь. Что за дичь? Я не понимаю, что мне надо делать. На кресле покачаться, блядь, что ты хочешь? О, мячик оказался тут, подожди. Все, сука, это пошло, это демка нахуй из двух мест. Вот это я, конечно, не ожидал. Так, подожди. Подожди. Что это? Это было? Подожди, меня уже это начинает настораживать. Телевизор молчит. Так, ну я понял, это ПТшка. Кто-то кричит. Ребенок. 5 человек погибли, 2 пострадали. В результате столкновения мотоцикла и пикап. 11 ноября 86 года. Ёбаный. Не кричи, пожалуйста. Жуть. Что там? Что-то случилось. Там что-то случилось. Это ты орешь, дурень? Какая... Ай-яй-яй. Нет, подожди. О! Не подходи ко мне. Уебу. А как мне ее бросить? Оп, темнота. Нет, подожди. Зачем она мне нужна? Выбрось ее. Как выбросить-то? Как выбросить? Блять, нахер я тебя взял? Я должен сложить обратно игрушки? Ага, хорошо. Все, меня заперли. Говорят, пока не соберешь, не уберешься в комнате, хер выйдешь отсюда. Вот, сука, ладно. Сейчас я, блядь, как соберу, да как пойду гулять. Слушай, ну круто, что тут такая атмосфера с двух комнат. Ой-ой-ой, блядь. Так, тихо, кто тут? Дверь открывается. Глянь, сколько таблеток, еще и светятся, как блестки. Посмотри. Посмотри. А, фотография. Билл, Матильда, Кейт, Грейс, Нил, Март 1986 года. Где это подписано? А, вон там внизу, ничего себе. А, рисунка, глянь, сколько. Это что? Вот что вы видите на картинке? Хер пойми что. Пойдет такой ответ. Это вроде было. Какие-то кляксы. Так, ну ничего не меняется, мы просто стучим. А почему? Давайте бросим туда этого друга твоего. Ну я понял, тут только нам по двум комнатам ходить.
Меня должны как-то напугать какие-то дурачки. О, вот она газета. Вот, понял, о чем я тебе говорил? Вот, да-да-да, вот это вот было как раз в демке в другой. Произошло массовое убийство людей, подозреваемый был задержан. Возможно, это работа какого-то культа. Мы ищем штаб-квартиру лидера и других подозреваемых. И чтоб ты понял, что это барабан? А, это горшок с землей. О, спиздил цветок, кто-то спиздил цветок. Верните, пожалуйста, цветок на место. Поставьте, закопайте обратно. Тут чайник был. Кто тут самоуправством занимается? Зачем мне эта картина? Куда мне ее поставить? Вот сюда? Чтобы красиво стояло? Смотри, короче, я понял, я не могу... если взял предмет, я сам от него избавиться не могу. Но мне, скорее всего, туда на фотографиям поставить его надо, да, ко всем? Нет? Нет. В кровать положить. Что мне с ним делать? А, на стену повесить, вот, ага. Все, до меня дошло. А я могу тебя закрыть? Да, закройте, меня напрягает, что... Хотя нет. Пусть будет открыто. Что это такое? Я думал, это колонка какая-то сверху. Видишь, моргает, как прям колонка. Часы. А время, время. Посмотри на время, короче, запомни. Сейчас 6. Где-то 17, наверное, да? 6, 17. Ну тут все ничего не поменялось. По телевизору что-то показывают? Эй, блядь, так и не настроили телевизор. И чтобы ты понимал, как все тут происходило, я когда начал с этим разбираться, мне пришлось заходить в чат, где есть разработчик этой игры, а это один человек разрабатывал эту игру, и узнавать у него вот эту всю информацию по поводу демки. И он сказал, что все это есть в одной игре. Прям... Ой, блядь! Тихо, тихо! Тихо, нахуй! Тихо! Ты сюда не иди! Тихо! Я очень удивился, когда узнал, что здесь все есть. И что это отдельная игра. Ну прикинь, это же... А, нельзя картинки посмотреть? Я не хочу к нему идти! Опусти! Кто ломился, откройте мне дверь, пожалуйста. Жутко, блядь! Жутко! Мужик исчез. Ебать, я туда не пойду. Просто представь. Вот ты сидишь такой. Ну вот ходишь туда-сюда, а всякая дичь происходит. Это ж пидорас на меня сейчас накинется, я не пойду. Я не пойду, блядь. Ты охуел? Где свет вообще? Нет, включись. Так ярче. Где тут свет? Свет, мне нужен свет. Где кнопочка света? Главное, цветок спиздил. Газету спиздил. О, тихо. Дай поставлю. Я не могу фотографию на место поставить. Так, ладно, отключись. Ты слишком сильно шумишь. Ёбаный рот. А, до свидания. До свидания, мужчина. Я к тебе не пойду. Ну и сейчас демка закончится, но мне просто накинется, да? Блядь, я обосрусь. Я обосрусь. Ну что ты, блядь? Ты ребенка забрал? Что тебе надо? Дядь, ну хватит, ну... Тебя что, наказали? Ну выйди из угла. Выйди, говорю. Блядь. Вот можно было в тебя что-то бросить? Мужчина! Бля, сейчас завизжу, сейчас завизжу! Сука, не могу! Опа! А, не завизжал, слышал, не завизжал! Блять, кто стучится? Подходи нахуй! Это кто? Кто там? Куда стучат? Сюда? Не сюда. А можно свет вернуть? Что это? Палка от топора. Это палка от блядского топора. Я тоже могу стучать, слышишь, как я стучу? Это что? Рука, оса, какая-то херота. Так, ну сейчас на нас кто-то накинется, да? О, ничего себе. Ничего себе, открылась дверь. Так.
Я думал, тут будет все задействовано, только две комнаты. Типа демочка, все дела. Часы. Тут ничего. А время-то двигается? Время. Двигается, двигается, смотри, уже 22 минуты. Так, тут закрыто. Меня сейчас захотят напугать. Что? Что? Кто? Кто, блядь? Ух, сука, я вообще безбашенный. Видишь, как я захожу? Я безбашенный. Так, ну, нам сюда. Ёбаный. Музыка заиграла. Тут нельзя спринтом бегать. Ой, свет. Свет включился, ребенок кричит. Ой, здрасте. Ух ты же, блядь. А зачем вы смотрели? Дитё, дитё, не плачь. Ах ты, сука. Дай мне всрать на тебя. Там ребенок плачет. Открывай. Сука, радио разбудило ребенка. Вот кто поставил будильник? Когда не надо ничего ставить. Что такое? Куда мне теперь надо зайти? Может, я что-то пропустил? Ну нет, не открывается ничего. Телевизор нам ничего не дает. Фотографии, сигареты на месте. Снизу газеты не читаются. Только смотри, ты так это... Будешь когда тоже заходить зажигалкой, к газетам так близко не подходи, а то загорится нахуй все. Вся квартира загорится. А это нехорошо. Меня в отражении не видно, это сон. Если не видно тебя в отражении, это... Это либо сон, либо вампир. Кто смеялся? Хули ты смеешься? Мне нужно было подождать. А? Слышь, я что-то слышал. Что вы тут самоуправством занимаетесь, суки? Ходят, двери тут закрывают. А ну, блядь, прекратили нахуй все. Руки. Бля, тихо, кто закрыл меня? Руки. Что? Это, а, может, тут выключатель показывает? Тут есть, типа, выключатель? Не, ребят. Херня. Все херня. Вот это да. Что это? Это знаки какие-то. Кровью, блядь. Вот это да. Топором зарубили. Топором зарубили ребенка, походу. Посмотри, это кошмар. И вот они идут такие. Куда-то идем. Телевизор я не включу. Ну, короче, они бухали, походу. Бухали, бухали, а потом такие херак. Ой-ой-ой. Кто-то дунул мне в этот, видимо, на зажигалку. А я думаю, что происходит. Так, подожди. Типа, меня это должно было напугать. Я думал, просто завершилась демка. Что, типа, оп, все. Ой. Ребята, это романтик. Это что, свидание? Это свидание. Обыск и сатаной. Свидание с сатаной. Это сатана ходит, короче, туда. Такими тяжелыми шагами. Топор. Начал везде вот этот знак появляться, заметил? Сатан. Это что тут происходит такое? О, сейчас затушу тебя нахуй все свечи. Не нравится мне твой романтик, ебись ты с ним сам как хочешь. Все сдую. Хэ. Фу. Сейчас как все задую, как ты появишься, блядь, как меня напугаешь, сука. Оп. Все. Никакого романтика, ты наказан. Ебать, что за песни? Что происходит? Я должен зажечь? А, тут заделано это. А что-то громко. Прекратите меня пугать.
Уберите скрипку отсюда. Спасибо. Обратно? Что-то намечается. Слушай, если меня будет плохо слышно, то я просто делаю... Я просто делаю потише, потому что я сам себя уже не слышу. Настолько это громко. Что вы мне шепчете? Так, давай быстрей. Вот это сюда? Куда? Вот сюда. Что это за детский... Вот так, прикинь, заходишь в комнату к детям, а у них вот такая вот херня. Это ж пиздец. Это ж сразу беги оттуда. Текай отсюда просто сразу. Ходом всем. Ёбана! Тут какой-то... Я буду в углу стоять. А может, не надо куда-то идти? Ох, блядь. Хватит мне тушить. Ебать тебя в рот. Ну хватит смеяться, что смешного, что я чуть не обосрался. Вы тут колдуете, всякую хуйню делаете. Конечно, неприятно. Тут закрыто. Там открыто? Свет! Отлично. Когда свет есть, мне нравится. Просто нахера вы так шепчете-то? Нахера вы так громко шепчете? Я закрыл комнату на ключ, потому что слышу, что там кто-то ходит и шепчет. Я не могу здесь находиться и работать. Я в ловушке. За мной следят. Им не нравится, что я трогаю их вещи. Тот, кто найдет мое письмо, уходи отсюда. Ты здесь не один. Да пиздец. А где ты раньше-то был? И что? Заебись. Вот мы и пришли. Вот и конец игры. Я сейчас вспоминаю серию из «Ну погоди». Класс. А, прикол. Вот это вы быстрые, конечно, гномы. Взяли, все заделали. О, кассета. Подожди, это тут лежало? Я не помню. 10 июня 87 года. Лук, говорят мне, лук. Лук. Мне взять ее надо. Взять. Ну, включай. И это что, начнется первая как раз серия? А телевизор кто будет включать? Смотрим. А, нет, ну это вот начинает. Ну вот, здрасте. А, play надо нажать. Ну, собственно, видимо, это начинается первый уровень. Я так полагаю. Нет, слушай. Нет, это не первый уровень. Это что за запись? Это мы видели. Нет, не видели. Тут пока ничего. Ох ты ж, ни хрена себе. Тут закрыто. Шланг какой-то лежит. Я не знаю даже, что это. У меня нету зажигалки. Я не знаю, куда идти. Тут стена невидимая. Там кто-то был, там кто-то был. Ой, кто-то где-то идет. Опа, потушил. А, там кто-то стоит. Там кто-то стоит, сука. Мне к тебе... Я к тебе могу, меня к тебе не пускает. Стена. Ой-ой-ой, что такое? Я не двигаюсь. Ага. Чуть-чуточки страшно было. Чуть-чуточки в конце. Меня больше этот дядька напугал, который стоит в углу, в комнате. Слушай, ну для демки очень-очень прикольно. У меня опыта именно в ПТ не было, поэтому для меня это в целом необычно. Необычный опыт, я бы сказал. А так будем проходить полностью все уровни, начиная с 1 по 11. Будем смотреть, сколько по времени будет занимать, но я планирую 20-30 минут укладываться. А ты подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, делись этим видео с друзьями, ставь колокольчик, чтобы не пропустить нового видео. Всего!